Якутск продолжает избавляться от ветхих и аварийных домов. Сегодня в столице снесли многоквартирный дом по улице Ярославского, 6/2, рядом со второй школой. Всех жителей расселили в новые благоустроенные квартиры по программе переселения. Последний хозяин съехал буквально на прошлой неделе, и работники практически сразу приступили к сносу, так как такие дома представляют опасность для горожан. В этом году у нас планируется снести 61 многоквартирный дом. Они сейчас в настоящее время уже расселяются. Некоторые получили квартиры, некоторые еще не получили, но в ближайшее время уже получат. По республиканской адресной программе переселение граждан с аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Уже у нас конец программы. Программа заканчивает свою работу 1 сентября этого года.